действий, за это место, за то, что мы собрались, нас немного, но у нас есть вера в Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас молитве и брани. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты учишь нас пребывать в слове, в молитве, и что Ты чудом являешь Тебя. Написано, что сила Божия является в немощи. Действительно. И спасибо Тебе. Порой мы не знаем, но Ты посылаешь искушения. Как бы сказать, происходит в нашей жизни искушение. Иногда мы правильно проходим, иногда нет. Но мы знаем, что с Тобой мы всегда победители. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты вырабатываешь у нас веру, стойкость характера. Благодарим за Твое милосердие, за Твое терпение. За каждого человека в нашей Мишпахе. Кто был, кто есть, кто придет еще, мы уже благодарим Тебя. Мы знаем, что община – это невеста Твоя. Мы знаем, что община – это тело Твое. И врата ада не одолеют ее. Кто бы ни вооружился против нас, упадет. И мы просим Тебя, благодарим за то, что мы не болеем ковидом. И мы просим, чтобы в нашем стане не было заражения. И как бы с нетом, и мы с ним пришли, что как в Эдеме, Ты поставил ангелов, чтобы уже не заходили пока туда люди. Так, Господь, поставь своих ангелов у нас, в Мишпахе, чтобы не было никакой заразы в нашем стане, чтобы не было ковида, не было этих инфекций. Господь, мы просим Тебя, благодарим Тебя. И также мы благословляем Израиль, мы просим мир на Израиле, мы просим также, Господь, что больше и больше и евреев из нашего народа приходили к Тебе, Иешуа, с пониманием того, что Ты тот самый, тот краеугольный камень, который отвергли строители, но Ты стал главой угла, Ты стал главой общины, Ты, Господь Иешуа. Спасибо Тебе. И пускай сила любви Твоей, которую Ты воскрес, Ты отдал Себя, добровольно отдал Себя, сказал нам ценность жизни на земле. И я прошу еще за Твой народ, чтобы мы понимали ценность жизни здесь на земле, что она не бесполезна, что она не есть смысл. И как мы проживем здесь, определяет многое. И помоги нам бороться за эту жизнь. Не спускать руки, не сходить в какой-то депрессии. Помоги нам бороться за жизнь верующего человека и являть Тебя. Аминь.